Сегодня, в День всех влюбленных, в программе «Новый день» стартовало голосование в конкурсе «Ретро-свадьба». Участники присылают свадебные фото своих родителей, бабушек и прабабушек. Все они разные и очень трогательные. Но один снимок впечатлил всю нашу редакцию. Телезрительница Ольга Слузова принесла фото, которому 124 года. На нем ее прабабушка и прадедушка. Свою свадьбу они сыграли в 1895 году. Супруги Егоровы – купцы из поселка Тельма. У них 11 детей, 12 внуков и 22 правнука. В конкурсе принимают участие и другие не менее интересные фотографии. Проголосовать за них можно в Инстаграм на страничке «Нового дня». Голосование закончится 16 февраля, а уже 20 числа состоится награждение победителей по трем номинациям. Самая стильная пара, большая свадьба и супер-ретро.